Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші – все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей. І сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко «Життя ще простіше». Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Да. И как можно скорее. Но я не могу сейчас. До конца работы еще 2 часа и Калугина тут, я не могу идти. Коли я виросту, у мене буде донечка. Я вдягатиму її до школи і буду робити зачіски з кольоровими стрічками. А я хочу 2 діточок, щоб хлопчик був трохи старшим. А один мій знайомий завжди казав, у мене буде 3 синів, бо я середній син у свого батька, а у кожного середнього сина вже 3 покоління чоловіків родини – 3 синів. І дійсно, зараз він батько 3 неймовірних хлопчиків. Збудувати дім, посадити дерево і народити дитину – давня формула обов'язкової місії людини цього світу. Кожен має своє ставлення до цієї програми, і кожен має свою ступінь відповідальності за те, що дитина – не лише продовження себе найкращого, а й окрема особистість. І це перш за все. Що ми можемо дати своїй дитині, окрім спадковості, якими будемо батьками? Чи зможемо виростити дитину щасливою і успішною? Цікаво, що такими питаннями переймаються якраз ті потенційні батьки, які дійсно варті такого щастя. Це може стати самим щасливим событием в житті. Стіві, стой! Ей, Стіві, стой! Эй, 3 часа ночи, иди спать. Бегом в кровать, а не в песочницу. Только не в песочницу, я кому говорю. Только не в песочницу. Но я осознаю, что хочу ребенка. Ты свободный человек. Ты не можешь хотеть детей. Дети как пылесос. Они высосут всю твою энергию. Твои деньги, твое время, твои волосы. Помнишь, у меня был длинный хайр? Эй, ты куда? Послушай меня. Бегом в кровать, а не в песочницу. Не лезь в песок. В песок не лезь! Как твой Папа! Друг... Что? Не-не-не-не-не-не-не. Эй, детка, Пап! Иди с папки. Папа! У нас тут важный разговор, не мешай нам. Папа! Ну ладно, перестань. И все равно, я хочу иметь ребенка. Могу я быть с тобой предельно откровенным, как адвокат и друг? Конечно. У тебя не хватит сил вырастить ребенка. Я хочу навести порядок в жизни. И это порядок, по-твоему? Я считаю это счастье. Папа! Мабуть, тому, що це і є осмислене батьківство. Розуміти дитячі потреби, фізичні, духовні. Потребу у турботі та ніжності, повазі і любові. Осмислені батьки з самого початку дивляться на себе очима дитини, а не народжують, як кажуть, для себе, для допомоги чи принести склянку води у старості. А склянка води, якщо дитя всі роки живе в любові та розумінні, само собою забезпечена. Що в нас людей є за бажанням мати дитину? Які саме психологічні аспекти? Чому ми хочемо дитину? Часто чоловік починає хотіти дитину, когда он уже созрел для того, чтобы не только для себя жить, а дать что-то еще кому-то, позаботиться о ком-то, дать свое тепло, заботу, внимание. То есть желание иметь ребенка – это что-то такое, когда человек наполнен тем, что он может поделиться с другим. Иногда бывают корыстные желания иметь ребенка, привязать там, пару, супруга или супругу в семье. Раньше, когда-то давно в Советском Союзе квартиры давали за то, что было много детей. То есть разные мотивы на самом деле могут быть для того, чтобы завести ребенка. Но когда мотив изнутри какой-то благостный, искренний, это действительно момент, когда человек готов делиться своей любовью, заботой, вниманием и лаской. Моему отцу 50, у меня братик. На моей родине бабушка 72 года родила. Лучше
поздно, чем никогда. Солидный такой возраст, кажется, что я буду дедушкой, когда мой ребенок там пойдет в школу или будет выпускной. Но на примере своих же друзей есть родители, которым там 70 лет. Вот, неважно. Вот для мужчины как раз таки нормально. Главное здесь чувствовать себя молодым, наверное. Мне 52 года, моей жене 36. Для каждого из нас это второй брак. С первой женой мы разошлись из-за того, что слишком много работали. Редко виделись и в результате отвыкли друг от друга. Детей тогда не хотелось, лихие 90-е, мы думали, где и как заработать. Тогда все было авантюрно и очень интересно. А у моей второй жены есть сын Паша, ему в этом году 10 лет исполняется. Я очень его люблю, хотя и женат на его матери всего 2 года. Мне очень нравится роль отца. У нас много общих интересов, увлечений. Мы вместе проводим досуг. Он любопытно рассуждает, а жена не нарадуется, что я принимаю его как родного. И вот теперь мне хочется своего ребенка, чтобы все с самого начала. Распашонки, первые шаги, стихи в детский сад на утренник. А жена как-то неохотно встречает эту тему. Говорит, что уже не успеем на ноги поставить, что я вообще вряд ли доживу до его выпускного. А если доживу, то такого старика он просто будет стесняться. Да и она будет уже на пенсии и не сможет дать нашему общему ребенку достойного платного образования. Теперь я задумался, может быть, она права? И с моей стороны эгоистично заводить ребенка в таком возрасте. Ведь если со мной что-то случится, представьте, как тяжело и будет поднимать двоих. Ситуація нашого глядача. У 52 роки він хоче дитину, що скаже. Нашому герою 52 года, і він находится в таком состоянии завести ребенка, не завести, насколько это порыв у него искренний или эгоистичный. То есть он думает, что же ему делать, жена его отговаривает, а ему очень хочется. Я думаю, что желание у него настолько искреннее, настолько сильное, что не стоит себе отказывать. Тем более, что у него нет биологических детей. И у каждого человека есть определенная миссия – родить, вырастить. То есть в этом есть закон природы. И если есть такое сильное желание, его нужно реализовать для того, чтобы человек просто получил то, что ему нужно. Вот ему нужно о ком-то позаботиться. Он мечтает о пеленках, о распашонках, о подгузниках. Он так сладостно об этом рассказывает. Ему это просто необходимо. Такое желание должно быть реализовано. Это, ну, хорошее желание. Он не хочет никому навредить. А опора на страхи – это, знаете, такое, что можно так не жить. Каждый шаг опасен. Мало ли что может с нами произойти в каждый момент времени, в каждую секунду. Это такая ситуация, когда есть импульс изнутри, когда есть силы, когда есть осознанное желание стать отцом. То есть это осознанное родительство, что может быть лучше. Такий страх жінки з історії. Дитина буде соромитися свого батька, який вже буде, ну, можливо, старший, чим батьки інших дітей. Що ми скажемо? Я думаю, что это фантазии жены, это всего-навсего отговорки для того, чтобы не заводить ребенка. И если ребенок воспитан вот с умением уважать родителей и принимать ситуацию такой, как она есть, ничего страшного происходить не будет. Разные ситуации бывают в жизни. У кого-то красивые родители, у кого-то не очень. Случается, что родитель инвалид или еще что-то. Но почему всего нужно стесняться? Нужно принимать жизнь такой, какая она есть. А такие стереотипы взагалі він існує у нашому? Сьогодні. В нашем обществе, безусловно, есть стереотип, что вот нужно рожать ребенка там в 20 и до 30, а 50 это поздно. Но я знаю много великолепных примеров, когда люди в 50, причем маме 50, папе 50, они принимают решение осознанно завести ребенка, рожают, все кругом ахают, охают, сокрушаются, а в результате получается прекрасная семья. То есть люди в 50 лет, они наполнены таким опытом, они наполнены такой энергией любви, они настолько осознанно идут в то, что они делают, что это просто замечательные родители.
Власне, який підхід до душі вам, коли ми плануємо мати дитину? Ми повинні все ж таки проаналізувати якийсь матеріальний стан, щоб ми зрозуміли, чи можемо ми ту турботу дати дитині, яку саме вона буде потребувати? Чи взагалі є така думка, що якщо Бог дав дитину, то він вже її якось прогодує? Безусловно, хорошо к родительству подходить осознанно. И перед тем, как зачать ребенка, подготовиться к этому достаточно серьезно. Серьезно с точки зрения биологии, то есть позаботиться о своем здоровье, о своем физическом состоянии, не употреблять там никакие всякие ненужные вещи, портящие здоровье, вести соответствующий образ жизни. Безусловно, подготовиться к этому психологически, понимая, что рождение ребенка – это и гормональный кризис и у одного, и у другого родителя. И рождение ребенка часто меняет отношения между супругами, возникает ревность друг к другу. То есть ко всему нужно быть готовыми, что рождение ребенка – это, безусловно, и радость, и это определенный труд. Поэтому осознанный подход к родительству – это лучшее, что может быть. Цікаво про гормональную кризу у чоловіків. Дело в том, что женщина, она физиологически готова к тому, чтобы вынашивать ребенка, для того, чтобы рожать его. И вся ее биохимия, вся ее структура телесная готова к перегрузкам физическим и эмоциональным. Женский организм готовится таким образом, что внутри вся биохимия работает на то, чтобы анальгетики вырабатывались, успокаивающие естественные компоненты из организма женщины. В организме мужчины подобного нет, поэтому если мужчины отважно идут сопровождать свою супругу в родах, это очень отважный поступок, и к этому нужно готовиться отдельно, это отдельный вообще разговор и отдельная тема. То есть я бы не всем рекомендовала идти в это, потому что женщине дано природой проходить подобные испытания, но мужчины немножко для другого. Щодо дитини партнера. Коли ми вже у стосунках, і в нашого партнера є дитина, не наша біологічна. Ці байки, що дитина лише своя, вона рідна. Що скажемо? Якщо в сім'ю, допустимо, попадает мужчина, когда женщина уже имеет ребенка, то, безусловно, здесь иногда люди встречаются с проблемами. То есть ребенок уже подрос, у него есть определенный опыт общения с биологическим отцом, какие-то уже семейные ценности сформировались, какие-то отношения. И, безусловно, мужчине нужно как-то найти подход к ребенку. Иногда это достаточно сложно, иногда это легко. Часто мужчины радуются тому, что есть ребенок, особенно если мужчина не был окружен вот каким-то таким вот флиртом игры, то он получает вдвойне что-то прекрасное. Если хорошие отношения с женщиной, еще и ребенок, это вот детская такая энергия. Я наблюдала очень много семей, когда женщина с ребенком привлекала в отношения мужчину, и он был безумно счастлив тому, что у женщины уже есть ребенок или даже два. То есть он был счастлив тому, что вот он так быстро стал отцом. Иногда бывают столь трогательные отношения, что просто сердце радуется тому, как мужчина заботится о своем не родном, но очень близком ребенке. Нашему герою в 52 года можно порекомендовать настойчиво уговаривать свою жену и, конечно же, заводить ребенка, конечно, воплощать свое желание в жизнь. Я думаю, у него достаточно будет сил и физических, и эмоциональных, и психологических для того, чтобы растить здорового, хорошего, замечательного малыша.